Пока мир возвращается к путешествиям, Китай отправил первых людей в космос на новую орбитальную станцию. Миссия началась сегодня с космодрома Цюньцюань, что в пустыне Гоби. Ракета-носитель «Длинный марш» с кораблем «Шэньчжоу-18» стартовала без проблем. И вскоре после этого капсула с тайконавтами вышла на заданную орбиту. Эти три тайконавта теперь в Китае герои и пионеры в покорении космоса, ведь они первыми отправляются на новую орбитальную станцию КНР «Тяньгунь», что переводится «Небесный дворец». Экипаж проведет здесь 3 месяца. За это время тайконавты обустроят станцию, наладят работу оборудования и 3 раза выйдут в открытый космос, а после этого вернутся на Землю в специальной капсуле. Эта миссия первая, но не последняя. Всего в ближайшие 12 месяцев планируется отправить к звездам еще 11 экипажей. Как ожидается, строительство Небесного дворца завершится уже в 2022 году.